Всем привет! Сегодня я снимаю шопинг-влог в одном из своих любимых магазинов. Со мной Ника, она со штативом, будет мне помогать. И снимать мы сегодня будем, кто знает, в каком магазине. Да, кабанчиком. В Ривермолл открылся на левом берегу магазин. И мы идем сюда, заходим. Вот он, красивенький такой, Пойдем, здравствуйте. Мы взяли Дему с собой на съемочку. Как происходит съемка, если с нами Дема? Молодой человек, вам тут нормально, да? Я люблю, когда все очень не сильно облегает. Он сидит очень хорошо, плюс он на флисе, что очень классно зимой, начало весны и конец осени. Все мои такие классные, теплые спортивные костюмы именно от кабанчика. Это просто вот. В отдельном видео мои покупки на зиму. Я вам покажу вообще одежду с кабанчиком, которую я выбираю, которая для меня, наверное, самая. Не, я бы, конечно, забрала весь магазин, но опять же, сами понимаете. Поэтому я вам покажу в другом видео одежду от кабанчика. А сейчас покажу, что в принципе есть для тех, кто думает покупать, не покупать. Я показываю на себе, что даже можно не ехать в магазин, а заказать через сайт, если вы находитесь в другом городе. Потому что магазины есть в Харькове и в Киеве. В Киеве 2, в Харькове. Вот так. А вот девочка перезаряжается. Вот это самый мятный, который я выбирала. Что красный. Теплый тоже на флисе костюм с пилотами, и он прям, по-моему, еще теплее. Также с капюшоном, вот, в цвете оливка. Есть еще другие цвета, сейчас я вам тоже покажу. Самое прикольное то, что в принципе все эти вещи можно разъединять между собой, то есть вы можете носить кофту отдельно, штаны отдельно, что в принципе я и делаю очень часто. Также миксую вещи от кабанчиков между собой, потому что они классно сочетаются. Спортивный костюм на флисе в фиолетовом ярком цвете. У меня есть такие, только в других двух цветах. Вы, кстати, часто спрашивали, откуда. Это кабанчиком. Один цвета мокко, один такой бордо, тоже насыщенное бордо. Очень теплые, классные. И я, в принципе, рекомендую зимой эти костюмы приобрести. Сейчас я к нему надену пуховик. Пуховики тоже есть разных оттенков. Вы просто посмотрите, как он здорово смотрится. То есть спортивный такой костюм. Причем он, видите, он спортивный больше в стиле casual. Он не то, что прям спортивный-спортивный. Поэтому он подходит под ботинки, под кроссовки. Под, ну, то есть, в принципе, под разную обувь. А это пуховичок в размере M. Мне надо S-очка. Некоторые вещи даже XS-очки. Но не все есть в XS. Есть в основном S. В общем, спрашивайте, если что. Это М. Купили пуховик, спортивный костюм и на зиму забыли о кофте. А это точно такой же, который я фиолетовый показывала, только в таком цвете. У меня в таком цвете есть, до этого я показывала, с пилотами. Я в нем летала в Вену и в Будапешт. Очень удобно, кстати. А это куртка без капюшона в моем размере, в размере S. Смотрите, как классно. И тепло.
А если под эту куртку надеть костюм, который я вам показывала, с капюшоном, то вообще будет. Девушка примеряет такой же костюм, как на мне, только в красном цвете. Если Ника не постесняется, то чуть-чуть я сниму. А Ника постесняется. Анна. Здрасте. Да? Ой, приятно. Если таблички не продаются. Другая примерка, но в Инстаграм, я сейчас начала показывать в Инстаграм, что я примеряю, и девочки начали писать то, что они видели в магазине, типа пример то, пример то. Примеряю по вашим просьбам, инстаграмовским, правда. Удлиненный свитшот и джинсы скини. Здесь, кстати, очень классные скини, то есть вообще джинсы классные, потому что они прям идеально сидят. Я имела в виду, что классно, сексуально можно выглядеть, не раздеваясь, то есть не показывая декольте и тому подобное. Достаточно просто яркой одежды, а белый цвет — это яркая одежда. И классно. Джинсы, все. И вы красивы. В Инстаграме попросили показать рубашки. Я на них не обращала внимания. Реально крутые, смотрите. Я заправила спереди, сзади оставила хвостик. Смотрится очень круто. Такая оверсайз, мужская. Если у вас есть там молодой человек, и он может поделиться своей рубашкой, можете попробовать. А нет, можете купить кабанчика. Иди, как это еще можно? А если еще снять ботинки и одеть шпильку в лодочке вообще? Это в голубом цвете, с ней можно играться по-разному, можно завязывать, и смотрите, я обожаю вот это. Вот именно светлое с темным смотрится вот именно вот так вот. Пытаюсь вас утеплить. Я нашла свитшот. Свитшот. Скорно. Мне кажется, теплее уже ничего быть не может, понимаете? И цвет классный такой, молочный. Опять же, с джинсами вообще классно. Кроссовки, ботинки. Опять же, даже если какая-нибудь... если это джинсы, например, прямые, типа дудок, то можно сапоги. И вот такой свитшот будет очень классный, стильно смотреться. На мне пальто 30% шерсти, можно носить до минус 5.
И смотрите, можно носить, ну, как те, кто за рулем, в основном так и носят, не застегивают. Ну, я так обычно делаю. Но когда очень холодно, то можно застегнуться. И застегнуться можно несколько вариантов. Будет более классический вариант под пояс. А можно еще сделать солдатский вариант. Ну, а я дочь военных, я просто знаю, что это такое. Вот так. И вам будет тепло. А, еще шарф вот так намотать. И все. Пуговицы. С другой стороны еще одна. Да. Спасибо. Сиси не дают разойтись. Пусть лучше так. Не плачь, Ника вырастет. Ой, сама снимай свои видео. Я это вырежу. Я думала, что кого-то и вырастет, а кому-то уже все. Смотрите, называется «Выбирайте, какую хотите». Есть такие мягенькие, тут, наверное, кашемир есть на ощупь. Ангора. А, ангора, да. Да, ангора. Тут есть более спортивные. И вот тоже с ангорой. Вот мы серую примерим. Тепло. Даже жарко. Очень красивый цвет. Это худи, теплый на флисе с капюшоном. Класс. Карманы. Ну, я не знаю, как кто. Я знаю, что есть девочки, которые фанаты таких карманов. Я одна. Я жить нет. Без карманов не вот могу. Вот реально, вот руки. Вот они прям просятся в любой одежде вот так. Просто. Мама, там манекен. Вот так, да? Это вкусно. Скажите, классно. Мне нравится. Вот. Такой мягенький вкус. Знаешь, как надо сделать? Мама, закрой рот, называется. Готово. Мальчики, берите своим девочкам такие платья. Ну вот, много возникает. Одел капюшон, затянул и отвез домой. Манекенчик решил все-таки помешать съемке. Бордовый цвет, он, наверное, актуальный всегда, потому что это классика. Ника в бордовом свитере его очень любит. Он уже не может жить, и Ника говорит, нет, живи, живи. Я вам уже показывала костюм с килотами, но решила показать еще бордовый цвет. Ну, вроде бы по-разному вроде смотрится. Один, но... Ой, Дема! Малыш, ну пожалуйста. В общем, я просто собираюсь на отдых и выбираю, как у меня, в принципе, было такое же видео, каждый год, почти каждый год, иногда я снимаю, иногда нет, но каждый год, когда я еду отдыхать зимой, я приезжаю в магазин кабачка, выбираю себе костюм на отдых. Сейчас не исключение, и опять же, я взяла Доминику, в общем, детей, и мы приехали. Все помогают мне выбирать костюм на отдых. Я надеюсь, что вы мне тоже поможете. В комментариях напишите, какой костюм вам больше всего понравился, кое-какие у меня есть. И я вам, в принципе, в следующих видео, как я уже сказала, гардероб на зиму, я вам покажу, что же я выбрала. Но если вы напишите и угадаете, то, наверное, у меня будет какой-то маленький презентик. Кто первый? И сюда я вставляю
маленькую съемочку, которая у меня была с этим магазином. Это лимитированная коллекция к Новому году, к новогодним праздникам. Футболки Будьмо на коня. На коня у меня есть, и это просто, просто крутая футболка. Также свитшот. Очень классный. All you need is wine. Переводи. Все, что тебе нужно, это винишко. Винишко? И белый спортивный костюм с открытой спиной. А, есть еще шай. Сияй. Так что, девочки, сияйте. Это очень круто, мне кажется. Я надеюсь, что я вам помогла своей примеркой, но это еще не все, так что оставайтесь. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Careful on as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide cake. From now on, our troubles will be miles away. Ну что, как думаете, что здесь? Черный пакет. Пишите в комментариях, кто угадает первый, а с меня маленький приз. В следующих видео я покажу свои зимние покупки и что же у меня с магазина кабачка. Все, спасибо, что посмотрели. Всем пока. Я надеюсь, что я вам помогла своей примеркой, но это еще не все, так что оставайтесь. Еще не все. Съемочку, потому что это все спонтанно получилось, но штатив у меня всегда в машине, поэтому.